Thank you.
расскажу вам немножечко про отшив набора. Это Refuxy Atreolis. Вот такая превьюшка. Здесь у меня схема в бумаге, та, которая шла по набору. Он достаточно старенький, этот набор. Год выпуска не скажу, но его еще можно купить. Что здесь интересного? Значит, вот так вот уже отшилось. Он у меня лежит, ну, лет 5, наверное, точно. Видите, здесь крупная канва, 14 каунт. Нитки вот такие вот акриловые, называются софил эти нитки. Артикул этого набора 1398. Если вам интересно, вы сможете найти его. Смотрится он очень классно, особенно в оформленном виде. Но на любителя в плане вот эти нитки. Бликует экран. Эти нитки, как вот как шерстью, да, говорят, шить по канве. Ну, такое. Надо приноровиться. Здесь у меня такой станочек. Это настольный станочек, но я к нему прикрутила, видите, вот эту часть, которая у меня была от напольного станка. Ну, кому интересно, они, в принципе, сочетаются, как оказалось, и неплохо. Так, что еще? Что еще? Кстати, цвета немножко тусклые, не передает. Вот этот вот кусочек у меня отшился, ну, может быть, час небольшим, да, я еще здесь, у меня висели нитки, валялся. Я, знаете, как когда лежит набор, и вот эти иголочки остаются, а я их просто вытягиваю и нитки оставляю, не обрезаю. Сейчас подошивала вот здесь кусочек. Ну, общей сложности, наверное, 500-600 крестиков отшилось, потому что по саге сегодня он показывает 300. Ну, я еще не все здесь отметила. Какой здесь казус между схемой и сагой? Смотрите, это клеточки, вот эти линии, да? Они вообще не совпадают. Ну, такое частенько бывает. И что, у меня был планшет разряжен. Я начала вышивать вот по вот этой схеме. Видите, здесь цветосимвольная схема. Она у меня вот так вот. Я здесь все поприклеивала. Ну, это, конечно, редкое удовольствие. Давно не шила по таким схемам, в кавычках. Потому что, видите, вам нужно посмотреть на значок, потом найти вот в этом супер ключе, потому что здесь и крест в две, и здесь крест в одну. Да, есть крест в четыре. Нет, это номера. Значит, колонка С – это номера. Потом вы идете смотреть номер на плашку. И колонка D – это сложение. То есть тут в одну, в два сложения. Крест в основном в две. А полукрест есть в одну, есть в две. Есть бэкстич в одну, в две. В общем, тут надо разбираться. Видите, такой прям очень зашифрованный. И вот эти значки малюсенькие. Плюс они цветные. Отметить здесь что-то. Но я не знаю, я так оставила пока. И не отмечаю ничего. Потом я перешла сюда. Здесь, конечно, в плане отметить все попроще. А теперь состыковать бы разницу и с этим тоже. Но это достаточно сложно. Поэтому я уже просто вот взяла просто яркое какое-то пятно, такое контрастное, да, темную нитку. Вот в данном случае. Вообще, знаете, как сложно, да, начинать или как продолжать какие-то старые наборы. То есть вот это вот темное пятно, и от него легче плясать потом, да, независимо по схеме вы будете это делать или вот по саге. То есть что-то контрастное, потому что светлые цветы, светлые по белому, это вообще капец. Ну, то есть сейчас можно идти в эту и в эту сторону без проблем. Сейчас у меня другая проблема, у меня маленькие пяльца. Мне нужно взять, снять большие пяльца с другого набора. Ну, вот так вот раскачиваются старые наборы, если вы хотите их доделать. Так, это я залезла посмотреть название, номер. Название не нашла. Фукси и Фукси. Номер я вам сказала. И вот здесь вот эти вот, видите, вот здесь на этих штучках будет бисер. Ну, такая немаленькая. Сейчас я вам скажу, сколько она.
Значит так, 25 цветов. Ну, по саге в 14 и где-то 35,3 на 27,2 примерно сантиметрах размер. Дальше по крестикам. Что они говорят, что всего здесь 16 800 там с гаком, полукреста из них 5 600 и креста в два сложения 12 760. У меня здесь примерно что тут 4%, да, почти что-то где-то около того. Сейчас не хочу клацать, потому что все набликует. Так, покажу вам вот так. Ну, в принципе, интересная работа. Значит, что я хочу немножко попродвигать свои процессы, потому что коробка здесь нереальных размеров. Покажу вам ее потом. А пока покажу вам вот такой вот мой уголочек вышивальный. Да, здесь пособирала все свои маленькие вышивки. Ну, конечно, они не все. Может быть, в другом кадре соберу вам все, но они по темам не подходят, как они все маленькие, но разные. Там есть кактусы, пасхальная курочка, гномик, снеговик, еще где-то сумочка маленькая лежит, подушечки, вышитые игольницы. В общем, хочу это все собрать, здесь сделать такую как бы локацию на эту тему. Ну, вообще прикольно смотрится, да, вот смотрите, еще такое деревце. Вот, да, отшилась вот эта бабочка, которая с правой стороны, вот эту слева вы видели, вот эту справа вы не видели, она готова. Она мне не так сильно нравится, не знаю, почему-то эта желтая более такая контрастная, четкая. С этой тут бы кстич что-то подвел. Ну и вот эти зеленые с этим желтым, синим, не совсем он как-то туда вписывается. Ну, есть и есть, ладно. Уже это делала. Сзади я просто пособирала эту канву, стянула так ниткой. И, в общем-то, ее можно либо так поставить, либо повесить на стену. Какие-то крючочки. Так. Ну, постепенно вам буду показывать, что у меня отшилось. Сейчас могу вам показать вот таких птичек. Я почему-то думала, что буду делать отдельное включение по каждой. Ну, вот нет. Сразу вам покажу. Вот так продвинулись птички. Это называется, по-моему, «Птица весна» от Лукаэс. Постараюсь вам найти номер, поставлю. Он очень классный. Шьется очень быстро. И вот эти цветы, как ни странно, очень быстро шились по сравнению с птичкой. А птички как-то разрознено все. А вот цветы полетели прям. Видите, я так пошла вниз, дошла до края и пошла уже наверх. И там вот вы просто... Разброс идет по цветам, но он достаточно, то есть вам одной нитки, в общем-то, хватает, вы ее все отшиваете и почти все заполняете. Тут остались меленькие вот эти вот вещи. Там какие-то значки, значит, которых здесь мало, да, и следующие там где-то там я обычно такое оставляю. Вот сейчас будет уже розовый цветок, синий почти готов. И дальше наверх светлые цветы. Вот светлое по светлому, но это такое на любителя. Но здесь уже так неплохо, я думаю, здесь процентов 30. Саги у меня ее нету. И сдается мне, что и бэкстич, а его здесь почти нет, только веточки. Но очень классный, такой свеженький. И он быстро шьется. Так, что еще я решила продвигать? Вот этот. Ой, с такой бородищей тоже набор. Посмотрите, какой он классный. В общем, какие-то весенние сюжеты мне хочется продвигать, какие-то цветочные. Ну, понятное дело, время года. Вот, буду вам постепенно показывать, снимать такие кусочки небольшие.
Ты вот тут в эту точку посмотри. Смотрите, как продвинулась скатерть красиво. Должна быть очень классная. Немножко ее надо будет отпарить. Она так волнами идет, но очень крутая. Такой нежно-кремовый цвет. Вот сейчас я вам покажу цветочки. Смотрите, какие классные. Ой, покажу вам еще картинки. Вот, смотрите, акварельная нарисовались. Да, схема, к сожалению, вот такая, видите. Такой скачанный был журнал. Тут я уже начинаю немножко путаться, да, вот здесь вот эти ананасы вторые, видите, какие там ряды петлями. Что-то я тут химичу. Ну, даже если я пропущу, у нее, видите, какой запас. Она немножко фолбит. Честно говоря, не знаю, смогу ли я это как-то убрать. Ну, вот так вот это выглядит, по-моему, классно.